Всем привет! Сегодняшний выпуск будет посвящен грядкам и добыче еды. Также мы пробуем сделать Super Technology XXXX. Я начал здесь, чтобы просто вам показать, как лучше всего строить лестницу в шахту. То есть, здесь мы строим такие, сначала мы просто по два блока снимаем таким вот образом лестницу, а потом уже из булыжников изготавливаем ступеньки. И потом только одну сторону мы сделаем ступеньками, чтобы подниматься быстро. А вторую сторону мы делаем рельсами. Все, профит, ГГВП. Два раза нажимаем, кто не знает, как бегать, бегать на два раза вперед. Вот я просто иду, а вот я бегаю. Видите, да, такая вот, это ускорение такое, нитро. Ну вот так вот, очень быстро все, смотрите. Бил-б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 ил. То есть мы сейчас даже бежим, можем даже быстрее, чем ехать на вагонетке. Так, там уже у нас ночь, я надеюсь, что меня сейчас не убьют. А! Еще спасибо, да, зрителю, который, короче, написал мне про кнопки, точно, я не додумался. Я, конечно же, знаю, что такое кнопки, да, я уже играл с ними много. Давно, но я что-то не додумался поставить возле двери. А все легко, ставим две кнопочки возле двери. Профит. Конечно же, спать я сейчас не лягу, да, потому что здесь монстров полно. Мой дом еще взрывали, ой. Поверьте, вот вы еще не видели всего ужаса из этого странного дополнения, на которое поставил Doom, вот этот вот вверху. Это просто такой ад. Что здесь ночью происходит, это я вам потом покажу когда-нибудь. Что здесь ночью происходит, это просто забейте. Сраный ад. Здесь я уже говорил, здесь еще есть наездники, которые на птицах летают, залетают ко мне сюда. Ну ничего, прорвемся. Здесь големов полно. Я вот первый раз увидел големов. Здесь такие големы ходят, которые притягивают предметы. Они даже печку мою притянули, прикиньте, сквозь это стекло. Просто вот здесь он стоял, взял, и печка просто вылетела сквозь стекло к нему. Притягивают предметы и кидают в это вас их. Это бред. Ладно, все, давайте приступим. Я что-то даже не подготовился. Ну ладно, будет у нас спонтанно. Спонтанно. А, ну здесь, само собой, здесь взорвался у нас. Я забыл, как он называется. Крип? Нет, ну зеленый этот вот. Ну вы поняли, короче, на который взрывается зеленый. Все, вот у нас есть коверчик. Я вам показываю пока изменения. Вот ковер, просто бесполезный кусок дерьма. Еды у нас мало. Так, где там еще мой ковер был? Где-то здесь он должен быть. А, вот он. Давайте мы сейчас доставим коверчик. Делается он из шерсти. Ну, бесполезная вещь абсолютно. Картина у нас есть. Очень красивая картина. Пикуса. Ну, Пикассо, то есть. Все, сейчас мы покушаем и пойдем делать свои дела. У нас еда есть? Еды у нас что-то нету. Давай, жарьте нам еду. Мало еды. А, поэтому и мало еды, да, очевидно. Потому что мне нет куда ее брать. Для этого, в принципе, я вас и ждал. Вы чуете, да, о чем я говорю? Все, отлично. Вот такой вот у нас домик. Я еще не нашел ни одного красителя, помимо синего. Да я и синий не могу найти. А, ну вот и ответ. Смотрите, тварь, а ну ты чмо. Ну ты чмо. Стрелы у меня есть. Псина, не трогай. Что-то так долго стрелял. Вот он, странно, он так по-другому стреляет. Вот он плюс, да, что мы вверху живем. То, что крип не может просто подойти и взорваться. Лай-лай. В любом случае, его надо убивать. Тварь тупая. Псина, иди ко мне. Так, пес, пошли, пошли. Сейчас мы убьем, короче, и начнем делать дела. Там не надо взрываться, давай где-нибудь подальше. Ну, вот здесь можно. О, как раз он мне уголь нашел, спасибо, братюня. Наша с вами любимая шахта. Я уже все перенес, поэтому пускай взрывает. Клал я. Вот они, собственно говоря, наши грядки. Эту шляпу мы уберем. Я использовал, чтобы добывать песок, потому что если вы добываете из воды, то вы будете гораздо дольше добывать. А, здесь я тоже, видите, ступеньки поставил. Кстати, если эту фигню уберу, ступенька сломается? Нет, то есть получается по факту это дерьмо здесь не нужно вообще. Да, давайте. Ступеньки можно ставить каменные, ставить. Жалко, что нельзя
Нет, ступеньки можно делать из булыжника, но, к сожалению, нельзя делать из камня. Вот таким вот светом она не делается, я пробовал. Только из булыжника. Ну или из дерева. Ну а дерева смысла нет, оно может загореться. Вот так вот. Ля-ля-ля. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такие вот технологии. Я мажора, кусок мажора. Так, ладно, что? Let's go, let's go. Нам нужна канитель. Для начала мы давайте все выкинем. Сюда, 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 сюда. Нет, это мы заберем. Золото выкинем. Это мы пойдем жарить. Сейчас быстренько где-то говнище. Так, извиняюсь. О, да, кстати, сейчас я впервые нашел в этой игре алмаз. Просто внизу нашел. Так. Сюда же мы выбрасываем красную пыль. Видали, сколько у меня красной пыли? Не смешно. Хорошо, let's go. Да что тебе надо от меня? Я же выкинул. Все, пошел в жопу. Так, сейчас, 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 секунду, извиняюсь. Я вот просто сразу из пещеры пошел к вам. Ну все, то есть нам нужно оружие, меч, кирку возьмем, лопату, вагонетка нам не нужна. По крайней мере сейчас. А, и нам самое главное, что же нужно, как я мог забыть? Вот! Это железная мотыга, которая, по-моему, выпала из кого-то, помните? То ли из Варевольфа, из Волка, Беовульф. Ну, как-то так. Вот так вот мы сейчас будем подготавливать грядку. Нам нужна еда. Это пшеница. Из пшеницы мы можем делать хлеб, да? Ага, мы еще возьмем кости, да. Ну, береза. Вот. Кстати, мы еще можем вот это все посадить, я подумал. Саженец березы, саженец говна, да? Прямо здесь вот под нашим домом. Вообще идеально. Он прям будет расти и в наш дом упираться. Все, профит. Так, let's go. А что у нас есть? У нас есть пшеница и сахарный тростник. Больше ничего нету, заметьте, вообще ничего нету. Никакой картошки, ничего нету. Открывайся. Видите, как удобно? Ах, как мажора кусок. Будем именно железным. Оп-оп. А, для чего мы сделали так, чтобы вокруг была вода? Потому что так будет расти гораздо лучше, видите? Что на грядки наши, они будут увлажняться. Поэтому я сделал вокруг много воды. Видите, оно же на глазах растет. На глазах. Вы чуете, да? Оп-оп. Так, вообще можно сделать здесь грядку чистой пшеницы, а здесь чисто из тростника. Сахар, конечно, это вообще, в принципе, бесполезная вещь, я вам скажу честно. А он что, не садится? А, то есть на такие грядки его нельзя сажать, да? Ну ладно, давай тогда сюда посадим. В принципе, даже мне удобно будет. Странно, как-то он так работает, ну ладно. Посередине он не хочет. Ну, псина, ну, пес! Кстати, пшеница выпадает из этого говна, из травы, обычной травы. Вот она, это шанс, опять же, есть шанс, что выпадет. А есть шанс, что вообще ничего не выпадет. Вот, видите эти блоки? Это вот сраный этот голем кидал меня, я с ним игрался. Называется «Догони мне кирпич». Старая игра такая. Окей, ладно, кидаем сюда. Фокс. А, только одна выпала. Ну, давай теперь используем чудо костей. Чудо костей. Сломали, блин, мой сраный верстак. Открывай, закрывай. Из костей мы получаем костная это, мука. 27. Костная мука нужна, чтобы удобрять. Удобрять что? Растения. То есть мы сейчас будем удобрять, и они будут быстрее расти. По идее, он вырос, правильно? Да. Быстрее расти. Кстати, еще плюс в том, видите, что когда будет падать фигня, это когда вы ломаете, она всегда будет стекать вниз. То есть вы никогда не потеряете. Ну-ка. О, я не могу удобрять даже это говно. Фу, вообще какой-то странный тростник. Поэтому я говорю, бесполезный кусок говна. Он, в принципе, нужен, это само собой для чего? Для пирожного и так далее. Но это маразм. Вот лучше всего пшеницу растите. Блин, а мне не выпало, да, эта фигня? Ёлки-палки. Блин.
А, во, выпали семена. Вот я про семена говорил, да, нам нужны семена. Вот таким это, способом мы должны размножать, но пока мне это не получается, мне семена что-то не выпадают. Вот один раз выпали, но этого мало. Опять не выпали. Да что ты издеваешься надо мной, что ли, а? Пососвин. Опять две. Да Господи Иисусе. Мы так в плюс в жизни не уйдем. Ну-ка, если вот так. Ты все подобрал? Ну да. Две штуки подобрал. Ну твари, ну чмо. Одну штуку, давай, две. Одна, да Господи Иисусе. Или он не размножается, или что-то напутал. Подождите, он должен размножаться. Во, видели, две выпало, об этом я вам говорил. И вот такими темпами... Ничего не выпало, да? Ты чмо? А, вон она лежит. И все. Такими темпами мы сейчас должны размножать нашу грядку. Давайте сейчас все сделаем, потому что у нас осталось немножко костной муки еще. Ну, блин, не хочет она. О, все, нету больше у нас костной муки. Ладно, все, пофиг, отлично. Пускай растет потихонечку, потом я приду, одним махом все соберу. И у нас будет хлеб. Хлеб в этой игре офигенный, да? То есть от него какой плюс? Что очень хорошо регенит голод. Очень. О, у нас тоже пшеница есть. Да, пойдемте тогда сейчас приготовим, я вам покажу. Как раз хочу кушать. Только одна проблема, я не помню, как делать хлеб. Сноп сена. Ладно, что мы сделаем так тогда? О! Смотрите, прикольно. Мы можем из пшеницы получить семена пшеницы. О! Ну давайте. Это хорошо. Вот вам и ответ. То есть, получается, вы в любом случае сможете размножать пшеницу, да? Или она выпадет, или вы просто возьмете. Вот эта вот готовая пшеница, она будет всегда выпадать, абсолютно всегда. А вот семена не всегда, там, по шансу. Но вам выпадет готовая пшеница, вы просто возьмете ее и превратите в три семена. В три штуки семен. Семен. Во, такая вот красота у нас. Мне это понравилось. Кстати, мы можем прямо здесь ее делать. Давай сейчас еще немножко сделаем и пойдем сделаем хлеб. Глянем, как его делать надо. Опа. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Ан-тан-тан. Потом я буду делать... Это только начальные технологии. А потом будем делать технологии, чтобы это все смывалось автоматом, да? То есть не чтобы мы ходили там, собирали. Нет, а нажимаем на кнопочку. И все идет к нам в руки. Так, теперь, как сделать хлеб? Давайте глянем. Хлеб. Вот он. А, три. Блин, почти угадал. Что же это криво-то, а? Три, 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 пада три. Вот как раз мы сейчас возьмем хлеб и одну пустим на семена. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, отлично. Вот так мы сможем себя прокормить на долгие годы. Хорошо, все, это мы сделали, да? Так, сейчас, секунду. Ага, все. Let's go. Что мы будем делать сейчас? Сейчас я хочу вместе с вами попробовать сделать технологии, которые я сам придумал. Но пока, вот, я не знаю, работает, не работает. А вот он пример, да? Я хочу делать так, чтобы... Вот смотрите, чтобы я нажимал вот сюда вот, подходил сюда вот. Видите, ко мне приходят яйца. Приходят яйца. Все, два яйца, правильно? Да. Я сам придумал этот, как здесь мучился, вы не представляете. Самая большая проблема была какая, да? Это все это понять, это я еще раньше делал, я обожал такие технологии. Самая большая проблема, что здесь была просто дырка, и эти сраные курицы, они убегали. Я пробовал разные варианты, что сюда поставить, да, вообще ничего не подходило. Ставишь факел, факел смывает. И вот получилось с помощью этой фигни, видите, они не могут выйти. Вот как я и хотел, то есть полностью эту шляпу набить курицами. Прикиньте, я нажимаю, да? Вода стекает, и нам приходят яйца. Вот и все. Я автор этой технологии, все права принадлежат только мне.
Кто будет использовать, каждого по 500 рублей в секунду. Короче, нам сейчас нужно сделать то же самое, но только наверху. Вот здесь я вот где-нибудь. Красивая шахта, да? Да, потому что я говорю, что лучше всего делайте шахты, которые подключаются прям к дому. А не когда вот вы выходите вот здесь вот с улицы, да, вот здесь вот я выхожу, и вот здесь вот чик, и куча зомбаков, мутантов здесь бегают ночью, на меня нападают, насилуют и так далее. Поэтому делаем так, и все, как печка такая. Хорошо, ну поехали, что ж, нужно все придумать. Нам нужно сейчас взять камень. Да, здесь надо бы подумать, надо будет, реально под... Так, а у меня камня-то нет, наверное. Стоп, стоп, должен быть камень. Не лицезрею я камень, честно сказать. Гравий не то. Блин. Давайте поставим камень сюда и вот сюда, вот. Какие-то новые достижения. Что за бред? Я уже 20 раз уже делал. Это какой-то баг, наверное. Или достижение срабатывает каждый раз, когда меня убивают. Так, нам сейчас нужен камень. Он сейчас быстренько приготовится у нас. Странно, что его здесь нету. Странно, это гравий. Вот он, ёлки-палки. Ну что же я такой слепой? Ну просто видите, он очень сильно похож с гравием. Вот он, камень у нас есть. Все, поехали. Ой, надо будет все это опять заново продумать, да? Раз, два, три, четыре, пять. Нет, ну-ка, раз. Там ширина 3. В любом случае, можно сделать вот так, до конца пробить. Вот именно в доме, потому что, видите, если вы будете делать на улице, как вот этот, вот, там уже одну курицу убили. Кстати, еще проблема в чем? Когда я нажимаю воду, да, курица может сдохнуть где-то, утонув. Это тоже важно. То есть нельзя долго включать воду. Это надо все продумать. Вы чуете, да? Такая стенка должна разделять. Потом, если что, можно будет эту стенку переделать на какую-нибудь другую. Надо придумать. Я бы сделал бы зеркальное, кстати. Давайте мы сделаем зеркальную, да? То есть, как там, то, что там у нас, но только зеркальное. Чтобы я мог видеть, сколько куриц. Это называется просто инкубутор. Инкубутор. Ой, у меня кончилось, да? Да. Так. Инкубутор. Окей. Ну, смотрим. Можно прям к этой вплотную сделать. Два этажа мне будет достаточно. То есть, первый этаж, два этажа, чтобы они не выходили, да? По-моему, тут яйцо вынес, да? Снес, вынес. Блин, если я буду делать из стекла, да, то я могу его сломать, и оно не вернется мне. Это плохо. Поэтому сначала мы сделаем из земли, давайте, да, приготовим вариант, а потом уже из стекла поставим. Ну, смотрим, вот. Хорошо, первый этаж, в любом случае, там будут курицы, и он будет к нам выносить. То есть, по идее, даже будет удобнее, чем здесь. А потому что здесь нам нужно спрыгивать, а здесь мы не будем спрыгивать. В любом случае, здесь мы сделаем закрывашку, да, я думаю. Раз, два, три. Подотри. Вот так вот. Ну, давай сначала глянем, что нам позволяет сделать площадь. Какие-то звуки! Отстаньте от меня! Кто здесь? Кого убить? Это, наверное, это черное чмо летает. Окей. Получается, будет побольше территории. 4 блока, да? Ага. Можно делать так, вот так и вот так. Ага. Ага. Так, хорошо, там это я слышу звук яиц. Кстати, чтобы у вас были курицы, нужно собирать вот эти вот яйца и бросать их в то место, где вам нужна курица. Нам нужна теперь преграда. Потом... И есть шанс, что из этого яйца, а шанс небольшой, появится курица. Ну-ка, и вот так, по идее, правильно? Вот, смотрите, так должно получиться. Нет, это, по-моему, вообще какая-то другая вещь. Подождите.
Блин, давайте попробуем сначала вот это тогда. Хорошо, что у нас дальше? Дальше мы сейчас быстренько сделаем второй этаж. То есть повыше. Чтобы они не могли вылезти. Это будет все прозрачно, еще раз говорю. Это сейчас я делаю, да? Потому что мне так удобно потом ломать. Я могу с лопатой просто чик-чик-чик и все, и проблем нету. Вот так вот. Да, потом я отсюда фиг вылезу, это норма. Окей, потом можно сделать вот так вот. И здесь мы сделаем механизм. Смотрите, нет, дырку здесь неправильно. Смотрите, самое главное сделать так, чтобы механизм, да, не механизм, а вот эта вот фигня, открывашка, да, вот этот вот, чтобы она была в одном углу. Например, здесь вот она должна стоять. Да, и отсюда сверху должна пойти вода. И тогда, по идее, все должно стечь вот сюда, вот, по замыслу. По замыслу все сюда вот должно стечь. Опа, так, да, и вот сюда вот поставил. Не, туда вот это неправильно будет, да, значит, я все правильно поставил, давайте берем. Блин, здесь будет неудобно ходить, твою медь. Ну, это, в принципе, не проблема, тогда сейчас сделаем вот так отвод, закроем, давайте. Это без разницы, в каком месте делать, пускай будет тогда в этом месте. Так, здесь мы уберем и поставим вот сюда вот механизм, разница ноль. Ладно, у нас земли очень много, пускай там валяется. Все. Теперь нам нужно будет, наверное, еще одно ведро. У меня есть ведро. Да, пустое ведро есть. И механизм. Механизм мы взяли. Пойдемте наберем воды ведро. Супер технологии, поэтому мне не нравится Майнкрафт из-за таких супер технологий. Технологии будущего. Это называется инкубутор. Ага. Ой, блин, где у нас вода-то будет находиться? Ну ладно, никто нам не мешает сделать ее вот так. Да, сейчас самое неудобное это делать вот так, вот так. Сейчас вот самое геморройное будет ставить правильный механизм. А если мы сделаем вот так? Нет. Вот я про это вам говорю, видите? Надо сделать так, чтобы он смотрел вниз, тварь. А как же я это сделаю-то, а? По-моему, нельзя же крутить никак, да? Блин. Здесь у нас дырка будет. Вариант самый легкий сделать вот так вот. Вот так вот. Потому что, видите, чтобы сделать правильно, нужно смотреть, куда ты ставишь. Вот так отвод. Окей, здесь я потом дырочку закрою. Ой, надо, давайте сначала переночуем. Побыстроляну. Мой супер ковер, треугольный ковер. Моя технология. Так, let's go, время, время. Давайте возьмем сейчас один камушек. Поставим сюда вот. Сейчас быстренько починим все, потом я уберу. Опа, опа. Опа, все, отлично. Хорошо, теперь нам нужен рычаг, и нам нужно сделать водичку. Да. Можно было сделать... Ладно, подумаем. Потому что так, да, что у меня будет вода, да, висеть в воздухе. Ну, ничего страшного, какая разница. Ничего с ней не случится. Например, вот так это вот сделаем. Опа-опа. Оп-оп. Оп-оп. Оп. Вот такие вот у нас технологии. Потом я все сам это быстренько здесь говорю, здесь, не знаю, 5-10 минут делов. Оп-оп. Оп. Вот так вот. Да, мы же забыли его. Во! Так, потихонечку мы движемся к своей цели.
Ага. А, это вообще фигня не нужна. Она нужна была только для того, чтобы ставить эту фигню. Теперь она не нужна. Нам хватит, в принципе, одной водички, да? Но я лучше сделаю две. То есть, о, капать будет. Да ну, пофиг, вообще ничего страшного. Это даже будет забавнее. Будет такой эффект мочи. А, да, у нас же еще большая, елки-палки. Видите, может не хватать воды. Не хватать воды может, да? Тогда это лучше сделать реально поменьше и просто высоту выше. И все, и будет вообще офигенно. Уматно у нас гром, как я обожаю дождь. То есть, смотрите, сейчас мы поняли, да, что нам не хватает этого, а там этого хватило. Там получается, давайте глянем, как там. Вот самый оптимальный вариант. Здесь куриц очень много влезет, надо было сразу так делать. То есть 3-3. А у нас там получается и 4, и 5, да? Тогда, чтобы вас не мучить, я сейчас переделаю. Это очень быстро все будет. Сейчас, подожди, сколько у нас здесь? У нас получается 1, 2, 3, 4, 5. То есть 5 на 5 у нас не вышло. 3, 4, да. Ой, я ж прыгнул почему-то. Странно. Да, вы видите, не хватает мощи. Но если я сделаю на один этаж повыше, тем более, если мы сделаем этаж выше, нам будет удобнее ставить. И можно вообще сделать меньше, получается, ширину. Тогда, по идее, у нас вода не будет висеть. Вот так вот мы сделаем. А, сейчас я переделаю и вам покажу, чтобы вас не мучить. Ну, смотрите, что у меня вышло, да? Вот такая вот красота. Вот так все выглядит. То есть я сократил ее до 3 блоков. Вот, то есть 3 блока, раз, два, три, вот так. И 3 вот так. Здесь у нас будут жить курицы. Отсюда должна пойти вода. И сюда вот смыть должна. Потом этот инкубатор, его можно просто закрыть будет сверху крышкой и все. И оставить одно маленькое отверстие и поставить туда люк. Это нужно, чтобы кидать туда яйца, потому что не забывайте, что появлялись новые курицы, нужно будет кидать яйца. Теперь пробуем вот так. По идее, должно получиться. А, водичка не идет, да? Подождите. Странно. Ну-ка, если мы сделаем вот так. Ну чё, не работает. Подожди, что за бред? В принципе, это не проблема. Можно просто сделать ниже эту фигню. Так, ну все странно. Ну, можно вот так сделать, по идее, должна пойти. Странно, что же она не идет? Тварь тупая. Ладно, сейчас попробую тогда сделать еще воды. Если не получится, то просто немного поршень опущу пониже. Ну, это в любом случае будет работать. Сейчас, секунду. Ну все, техника моя работает. Идеально! По идее, курица не должна отсюда вылезти, по всему моему замыслу, да? Теперь, что мы делаем? Мы сейчас ложимся спать. И все, и делаем последние действия. Во-первых, мы ставим рычаг. Мы же не дауны, правильно? Мы берем рычаг. У меня много рычагов, много. Потом берем красную жижу. Так, красная жижа. И поехали. Рычаг, конечно, надо где-нибудь здесь поставить. Все в одном месте, да? Да, так, чик. Чик. Это самое легкое, то, что можно сделать. По идее, она должна пройти, блин. А если она через камень не пройдет, может не пройти, кстати. А я не помню, да, она через камень она нельзя сделать. Ну, по идее, этот камень вообще можно его сломать. Странно. Ха. Прикольно. Так, подождите, а если я этот камень сломаю? Вот так она должна пройти. Ну вот она прошла, да. Ну здесь, в принципе, то же самое. Ага. Ну это уже мелочи. Можно сделать, чтобы было покрасивее, все.
То есть туда, в принципе, они точно прыгать не будут. И здесь надо теперь ее пустить пониже. Или поставить просто рычаг повыше, все, проблем нет. Вот так, ну это слишком высоко, конечно, будет. Давайте пониже поставим немножечко. Например, если вот рычаг поставим. О, плюшка прилетела. А так он будет? Нет. Ну это мелочи, я в любом случае вам покажу уже конечный результат. Нормально. Ну вот и все, вот такие вот пироги. То есть у нас здесь, когда будет много-много кур, да, они там будут яйца каждый день выносить яйца, вынашивать, да. Просто подходим, пукс! Ой, да, нажал, извиняюсь. Пукс! Так, пукс! Ну, пух, 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 пух! Ха-ха! Не надо! Ладно, переставим. Не проблема. Для нас это но пробуем. Опять же говорю, это мелочи. То есть я потом сделаю в любом случае как-нибудь получше. Расстановку. Ну, главное показать всю суть. Вот сюда вот мы сейчас ставим, и будет все нормально. И проблем у нас нету. Жалко, что нельзя закрыть эту фигню. Раньше как-то можно было. Ну вот все, вот такие вот пироги. Дверь теперь нормальная, не бесится. Адекватная дверь. Пришли. Давайте сейчас я покажу вам пример. Вот, вот так вот мы сделаем. Это мы возьмем. Ой-ой-ой, извиняюсь, извиняюсь. Вот так вот сделаем. А здесь можно какую-нибудь фигню поставить? Типа вот это. О, можно. Ладно. Все, шутки шутками. Проверяем. Обязательно нужно проверить. Кидаем. Например, вот здесь яичко. Здесь, 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 здесь. Вот так вот, да? Я прихожу, такой мажор, только проснулся, вытер ноги, такой ла-ла-ла-ла. Пам-пам. Парам. Ну-ка, давай-ка мне. Что я сегодня покушаю? О, о, е. Все, профит. Все собрали. Вот такие вот пироги. Понимаете, да? Я супер инженер XXX. Короче, теперь что нужно сделать? Нужно завести куриц, собственно говоря. Я вам это вряд ли смогу показать, потому что у меня всего лишь два яйца, но может повезет. Повезло. Одна курица появилась. По идее, она не должна выйти. Если она выйдет, то я просто переделаю. Там можно все равно будет закрыть. Давай, детка, сможешь выйти? В любом случае, я вам потом покажу. Смотрите мои выпуски. Она уже будет полностью стеклянная. И я сделаю как-нибудь красиво, чтобы не было таких дырок. Ну и все, давайте сейчас глянем сюда. Вот. Что здесь, яйца есть у нас? Нет, мужики? Яиц нету. Одна курица, да, у нас? Странно. Кота вторая сдохла, что ли? Или могли ее убить ночью? Ну, посрать, в принципе. Сфидела. А, да, потом, короче, закрываем весь потолок, оставляем люк, и все. Или даже можно попробовать не закрывать потолок, а просто где-нибудь люк сбоку оставить. Его же можно сбоку ставить, по-моему. Открыл люк, кинул яйца, закрыл все, профит. Да, братюня? Ха-ха, сиди, мучайся там. Видите, все. Яйца пришли. Еще раз говорю, самое главное, долго не нужно использовать воду, потому что она может утопить ваших куриц. Это будет печально. От них останется только мясо. Все. Всем спасибо за просмотр. Я показал вам, как сажать грядки, да, как мы будем делать. И показал вам супер технологию 500-тысячного года. Прикиньте, вы будете наблюдать, каждый раз, заходя в дом, здесь я хочу прям, чтобы было куча-куча куриц, и нужно закрыть. Я уже говорил, здесь есть мобы, которые летают, да, это плохо, если они будут убивать куриц. И полностью забитые полностью курицами. Да, смешно. Это будет очень смешно. Вот так вот. Пути-путечка. А, все, всем спасибо за просмотр.